Я хотел сделать несколько вставок в это видео. Но сначала нужно сбрить эту бороду. Так-то. А вы как думаете, как лучше, с бородой или без? Напишите в комментариях. И вот мы собрались поехать на Капри отдохнуть пару дней. Вау, вот это лайнер! Приплыли на Капри. Будем гулять. Какая тут очередь на фуникулёр. Пятница просто. 100%. В субботу еще больше будет людей.
Хороший номер с обалденным видом. И вот мы решили поехать на пляж, немного искупаться. Как они вообще ездят по таким улицам? Маленькие автобусы. Обалдеть, как они ездят. Пошли искать арку натуралы, говорят, она где-то там. Мы ее искали.
И мы ее нашли, правда, на второй день, и это будет во втором эпизоде.